Не лучшие времена переживает Флорида. В одном из крупнейших городов штата, Тампе, произошла утечка почти миллиона литров радиоактивной воды. Произошло это еще 3 недели назад, но проблему замалчивала компания, владелец завода по производству удобрений. Выяснилось, что под зданием образовалась огромная земляная воронка, которая повредила хранилище сточных вод. В них содержался фосфогипс. Это слабо радиоактивное вещество, побочный продукт производства. Зараженная жидкость добралась до подземного источника питьевой воды, но, как уверяют, в точке водосбора не попала. Мы задействовали все резервы, чтобы откачать зараженную воду, которая попала в воронку.